первая мебель появилась в Древнем Египте. В пирамидах археологи нашли изысканные предметы интерьера, вырезанные из кости черного дерева, а также отделанные драгоценными камнями перламутровым узором. В Древней Греции мебель изготавливалась из мрамора, дерева и бронзы. Они больше вкладывались в архитектуру. Римская мебель отличалась большим количеством украшений и резьбы. Большое количество было инкрустаций, драгоценных металлов и камней. Самым дорогим предметом интерьера был признан ковёр князя Пантелеимона, проданный в 90 году за 37 миллионов долларов. Самым дорогим предметом мягкой мебели был признан кресло дракона, созданное в 1517-1519 году и было продано за 28 миллионов долларов.